уважаемые коллеги, уважаемые друзья, литовцы и те, которые себя такими считают, и журналисты, и друзья друзей. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня собрались с таким большим количеством очень гостеприимно и прекрасно в доме журналистов. Для литовского генерального консульства, для литовской общины это очень большая честь. И поводов несколько. Первая весточка, которая, конечно, всем уже известна, это то, что Литва и литовцы сегодня в Петербурге начинают праздновать. А праздновать нам есть что? Мы начинаем праздновать столетие восстановления государственности Литвы. Мы всегда, будучи такими индивидуалистами, пытаемся особенно акцентировать, что это не столетие независимости. Потому что Литва как государство почти тысячу лет, старт ее был, а при сложившихся исторических обстоятельствах литовцы и многие из них, которые очень тесно связаны с Петербургом, схватили улетающую птицу за последнее перышко. И 16 февраля 1918 года объявили о восстановлении литовского государства. И это первый повод нам собраться. В связи с этим мы хотим как раз сегодня всех журналистов познакомить с теми мероприятиями, которые литовское генконсульство, литовская община и друзья Литвы, живущие и работающие в Петербурге, организуют по этому поводу. Ну и самое главное, хотелось поговорить о литовском Петербурге, о роли этого города для многих литовцев как в прошлом, так и сейчас, с людьми, которые сейчас живут, работают, творят здесь, в Петербурге, но которым Литва – это частица их жизни и плоти, а Петербург – холм, который им помог взлет. Да. И если можно, Людмила Дмитриевна, может сейчас быть… Сейчас хотите сразу, да? Да. Ну, давайте. По одному? Да, по одному, пожалуйста. Я хочу всех представить старейшего члена литовской общины, доктора геологоминералогических наук Виктора Дмитриевича Масайкиса.